Ликвидация ЗАГСа, бюджет, перечень тарифов на платные услуги образовательных и спортивных учреждений, передача госимущества в муниципальную собственность. Эти и другие вопросы рассмотрели на очередном заседании депутаты местного совета. Также они внесли ряд изменений в положение об оплате труда и социальных гарантиях лиц, замещающих муниципальные должности в контрольно-счетной палате. Приняли решение, согласно которому продлению договора на размещение нестационарного торгового объекта теперь не потребуется проведение аукциона. Отчет об исполнении бюджета округа за первое полугодие депутатам представила замглавы администрации Надежда Кудинова. Итоги 6 месяцев с профицитом в 107 миллионов рублей. А вот в плановом периоде 2022-2023 годов расходы вновь превышают доходы. Дефицит составляет 376 миллионов 884 тысячи рублей. Ожидается, что доходная часть составит 11 миллиардов 86 миллионов рублей, а расходная – 11 миллиардов 462 миллиона. Большинством голосов депутаты приняли изменения. Дополнительные средства направят в основном на строительство и ремонт образовательных организаций, социально-культурных объектов, строительство инженерных сетей, ремонт автомобильных дорог. На заседании совет решил судьбу ЗАГСа. С 1 декабря он станет функциональным органом администрации. Существующее юрлицо ликвидируют. При этом порядок регистрации для граждан останется прежним. Не вызвали возражений поправки в положение о контрольно-счетной палате. Изменения коснулись статуса должностных лиц, их материального и социального обеспечения, порядка установления штатной численности, а также квалификационных требований. Внесены новшества в положение о предоставлении имущества, находящегося в муниципальной собственности. Теперь решение о передаче в аренду или иное пользование будет принимать Департамент имущественных и земельных отношений, а администрация займется предоставлением муниципальных преференций. Важная поправка коснулась правил размещения нестационарных торговых объектов. Вносимым проектом решения предлагается в порядке предоставления права на размещение нестационарного торгового объекта на территории Староскольского городского округа, утвержденным решением Совета депутатов Староскольского городского округа 31 января 2018 года номер 65, предусмотреть возможность продления договоров на размещение нестационарных торговых объектов без проведения процедуры аукциона. Утвердили депутаты и новые тарифы на платные услуги муниципальных образовательных и спортивных учреждений. Из 218 тарифов 40 остались неизменными, остальные проиндексированы. В абсолютном выражении рост 104,1% выражается незначительно повышение тарифа. Например, занятия по дополнительным образовательным программам для учащихся первых 11 классов по направлениям русский язык, математика, химия, физика, биология при наполняемости группы от 15 до 19 учеников включительно тариф возрос на 1 рубль с 25 до 26 рублей. Также депутаты решили вопрос о передаче из государственной собственности Белгородской области в муниципальную здание новой школы в микрорайоне Степном. Единогласно согласовали кандидатуру Сергея Плутахина на должность директора управления жизнеобеспечением и развитием Староскольского городского округа. Рассмотрели ряд процедурных вопросов. В ближайшую субботу, 4 сентября, совет проведет торжественное заседание в здании театра. Традиционно здесь будут вручены свидетельства о занесении на городскую доску почета. Анна Семенова, Алексей Грачев, Евгений Сазонов, 9 канал.